Здравствуйте, меня зовут Найля, я мама Змазневой Юлии. Юле 11 лет, у нас диагноз ДЦП. С самого рождения Юлечка получает лечение и курсы реабилитации. За последние 3 года мы перенесли 3 сложнейшие операции. После этих операций нам сказали, что 50% это успех операции, 50% зависит от вас, от родителей, как вы будете реабилитировать своего ребенка. Для себя мы нашли очень хороший реабилитационный центр, это медицинский центр «Сакура». После каждого курса реабилитации у нас есть положительная динамика. Прошу вас, пожалуйста, помогите моему ребенку съездить на очередной курс реабилитации. Он очень важен для нас.